Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, с вами на связи Толюбек Аят. Это начало влога о поездке нашей национальной сборной на чемпионат Азии по джиу-джитсу, который пройдет в городе Бангкок, Таиланд. Прочувствовать атмосферу, прочувствовать эмоции вместе со всеми нашими сборниками и всей в целом командой джиу-джитсу Республики Казахстан. Наши сборники Серик Алдияр, Исраилов Руслан, Нуртаганов Олжас готовы к вылету. Садыров Дамир, а.к.а. Капкан, летит на данный турнир в качестве судьи. Ужан, Олжан, Галяжан. Я Игирим. Вот он, партнер. Судейская. Итак, мы приехали в отель, вот наш номер. Очень чисто, аккуратно все, уютно. Вот они, местные деликатесы. Застал врасплох членов национальной сборной. Куатқа за Игорем. Игорем, можно взять у вас интервью, пожалуйста? Как проходит ваша весогонка? Отлично. Сколько килограмм осталось? Где-то до взвешивания? Полтора. Сколько человек у вас в весовой категории? 24 человека. Это примерно 5-4 схватки. 4-5 схваток. Кем конкретно хотите встретиться из принципиальных соперников? С Вьетнамкой? Что у вас, счеты, да, какие-то личные? До этого, когда встречались, какой был исход? Я проиграла монтажом. Да? На каком чемпионате? Мира. В этом году? В 21-м году. Отлично, в этом году надо будет реабилитироваться, да, на чемпионате Азии. Давайте, передайте привет нашим подписчикам. Всем привет. Алдияр, как проходит ваша весогонка? 2 килограмма. Владик, сколько у тебя человек в весовой категории? 35 человек. Это, ну, 6 схваток будет. Да, точно. Все, будем следить, наблюдать. Особенно за Алдияром, потому что он амбассадор самого лучшего бренда кимоно. Вчера мы были на опенмате в местном зале Арета БДЖ. В тренировке мы встретили Дауда Адаева. Сегодня, оказывается, здесь будет проходить One FC, где Томми Лангакер будет бороться против ученика Дауда Уали Куржева. Так вот, Дауд любезно предоставил нам билеты на данный ивент. Мы сейчас вот собираемся как раз туда, отсниму для вас немного контента. Всем ос! Приехал на турнир One FC. Вот мой билет. Посчастливилось после турнира встретить Томми Лангакера. Томми, congratulations on such an amazing performance. It was beautiful jiu-jitsu from you. Can you say a few words for your fans from Kazakhstan? Stay persistent, train hard, and conquer the world. What's the next step for you in ONE Championship? Title shot, yeah. Against who? Kate? I want Kate next, and that's going to be a good show. That's great. Wish you good luck, brother. Thank you so much. What are your friends from Kazakhstan? Все, нашел арену, захожу на 7-й чемпионат Азии по джиу-джитсу. Файтинг и дуо сегодня на татами. Hey, professor. How are you? Good? How's it going? Good, right? Yeah. And you ready? Gonna fight? I couldn't because of injury. I broke my leg a few weeks ago, yeah. Sure.
Вот наши ребята. Подойду к ним. Как идет день соревнований, Ужан, нормально? Ты уже выступила? Да, я одну схватку выиграла, теперь сейчас полуфинал. Полуфинал, да? Все, ждем золота от тебя. Давай, успехов. Трус-трус. Сборная Карагандинской области. Все. Федерация работает. Не только Карагандинская, а и Эстетик работает. Что, когда заключим партнерское соглашение с ассоциацией Карагандинской области? Любое время, без проблем, когда скажете, мы готовы. Все. Как настроил ваших атлетов? Я знаю, что скажу. Только что отборола Шахноза, она прям нам настроение подняла. Да? Какое место заняла? Пока еще борется. А, еще дальше проходит, да? Все отлично, будем болеть, наблюдать. Как дела Шахноза? Это видео, влог. Все отлично. Как настрой? Лучшее кимоно. Кайзер Хориор. Сколько еще схваток впереди? Все, успехов ждем. Медаль от тебя. Турнир в самом разгаре. Я получил бейджик медиа, теперь я могу проходить в любую зону, которую захочу, и снимать для вас контент. Сейчас найдем разминочную. Excuse me, where is the warm-up room? Here? Warm-up room, media. Thank you. Вот она, разминочная зона. Атлеты готовятся к выступлениям. Сейчас найдем наших казахстанских спортсменов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кимоно қалай? Мощно, да? Иншалла, чемпион боламыз. Представитель судейской коллегии Ассоциации джиу-джитсу Республики Казахстан. Капкан. Вот. Как судейство? Отлично. Отлично. Вы сегодня судите в дисциплине? Нет, я сегодня... Гичекер? Гичекер, да. Самая проверяю. Престижная работа сегодня. Да. Насколько аэстетик нормально. Кимоно... Проходит аэстетик? По стандарту, да. Ну, главное, чтобы аэстетик проходили. Как настрой, братья? Готовы? Все, начало сеттелек. Let's go for gold. Ус. 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 Сейчас будем тестировать файтинг. Давайте. Let's go. Хорош. Жандос аға, финалға шығуымызбен құттықтаймын. Эмоция қалай? Эмоция жақсы, мен үшін жаңа бес, жаңа соперниктер. Иә, көріп тұрмыз. Алаумен бұйыртса финалдамыз. Екі қазақ, Қазақстан алға. 85 қазақты салмағы болды ғой. 85-60. Иә, жартылай финал қиын болды, иә? Жартылай финал қиын болды. Дұрыс. Осы жақтың жергілікті тұрғыны Тайландтың қайсыларынан шықты. Енді деңгейді көрсетіңіз бізге. Дұрыс, құтаймыз. Сарсенов Самат. Ведет 6-0 против соперника из Таиланда. Сарсен Самат одержал победу в своем противостоянии с представителем Таиланда и проходит следующий круг. Шалах, ждем казахский финал в категории 56 килограмм. Ассаламу алейкум, Куат аға, қалыңыз қалай? Жақсыма, жарыс қалай өтіп жатыр? Алейкум ассалам. Ұлттық құрама Азия чемпионатына келді, Таиландқа, Бангкокқа. Аллах қаласа, бүгін бірінші күн файтинг бөлімі бойынша үш салмақта балалар казахский финал жасап жатыр, Алла қаласа. 56 килограммда екі спортшымыз, 69 килограммда екі спортшымыз, және де 85 килограммда екі спортшымыз финалға шықты. Қалған балаларда жақсы өнер көрсетіп жатыр. Алла қаласа, бүгін
жақсы нәтиже көрсетеміз деп ойлаймын. Жалпы бүкіл командада қандай нәтижені күтуге болады? Командалық зачетта біз бірінші орынға таласа аламыз ба? Алла қаласа, Қазақстан құрамасы командалық зачетта бірінші орынға лайықты команда. Осы Азия өңірінде ең мықты командалардың бірі болып саналамыз. Аллан қалауымен, Алла қаласа, сол бірінші орынға тырысамыз алғанда. Енді лично менен тағы бір сұрақ, неваза бөлімінде ең қиын салмақ қандай салмақ болады екен? Неваза бөлімінде әдеттегідей 62, 69 ең қиын салмақтар, 77 ең қиын салмақтар. Жеңіл салмақ бар деп айта алмаймын негізі. Бәрінде қиын ғой енді. Енді адам саны бойынша ең көбі 69-да. 69-да, иә. 35 спортшы. Біздің Батырбеков Нұржан және Серік Алдияр өнер көрсетеді Алла қаласа. Олардан тоже қазақский финал күтеміз иншалла. Иншалла. Рахмет, Болат аға. Also from Chinese Taipei. Many have come from India as well. From Indonesia. Мой Муратов Бекзат. Схватка за бронзу. Весовая категория 77 килограмм. Раздел файтинг. Соперник с Камбоджи. Нашего Бекзата. Сейчас посмотрим, как закончится схватка. Надеемся на победу нашего спортсмена. Есть бронза у нашего спортсмена. Наши спортсмены Жанибекова и Вакира также ЖНС. Разминаются перед финальными поединками. Вообще не уверен, что на два веса больше борется и дошел до финала. Да? И впереди должен был вместо него другой бы в силу области. И его не впустили в полицию. И этот последний момент пишет, его удалить и я встану. Я говорю, точно? Не переживайте. Была схватка на чемпионате мира, он еще в молодежке боролся, он в Слуцке борется. Кто два раза сдался. Жандол два раза сдался. Включит вот так. Этот отпускает, а этот позицию берет, дальше продолжает. Вот второй раз его собитит. Ветер тут видит. И знаешь, что выиграл эту схватку? Русский идет в коридор и плачет. Он говорит, блин, я не понимаю, как так я два раза его выиграл, а выиграл он. И это с медалью уехал с этого чемпионата. Ничего себе. В Афинах. Не надо домой? Что, мне эту историю на YouTube закинуть? Или не надо? Один раз схват сделал и не видали. Вот это тоже торпеда еще там. Польша. Бам! Выигрывает. Проигрывает. И потом 6 схваток еще до бронзы. Всех подряд там колосматит. И, блин, последнюю схватку за бронзу проигрывает. А рядом еще с ними был Ледов Кабинов. Со сломанным плечом золото забрал. Церемония награждения наших спортсменов в категории 85 килограмм. Блин, чемпион, да. Казахстан Зандос Нурмахметов. And first place also to Kazakhstan. Фундик Есенеев. It's a Kazakhstan 1-2. In the adults jiu-jitsu fighting male under 85 kilograms. Kaiser Warrior. По итогу первого дня в командном зачете сборная Республики Казахстан занимает второе место. Первое место остается за страной-хозяйкой данного турнира – Таиландом.
Итак, первый день турнира подошел к своему логическому завершению. Наша сборная показала отличные результаты. Завтра у нас второй день соревнования. Ребята будут выступать в категориях неваза, женщины и мужчины. Несколько весовых категорий завтра, еще несколько послезавтра. Сборная Республики Казахстан вполне может рассчитывать на первое командное место. Как минимум, первый день мы начали отлично. Турнир для нашей сборной начался вполне хорошо. Так, второй день турнира. Сегодня наши ребята выступают в разделе неваза. Уже начали свое выступление представительницы сборной Казахстана. Сейчас покажу вам атмосферу. День неваза, она другая. Дуванова Галина готовится к своей второй встрече против представительницы сборной Вьетнама. Тем временем наши сборники готовятся к своим выступлениям. Серик Алдияр, Бернас, Сад. Как настрой, братья? Нормально все? Готовы? А эстетик сила? Ну, ходите. Ты хуже сделал? Дуанова Галина выходит на свою вторую встречу. Проходит полуфинал. Дуланова Галина готовится к полуфинальной встрече против представительницы сборной Иордании. Еще одна попытка болевого от Гали. Есть преимущество. Галя ведет в счете. Еще 1.5 минуты до окончания схватки. Галя ведет один advantage. 10 секунд осталось до конца схватки. Три, две, одна. Есть. Дуанова Галина в финале чемпионата Азии. Батурбеков Нуржан готовится к своей первой встрече. Батурбеков Нуржан проходит в следующий круг соревнования. Серик Алдияр готовится к выходу на свою четвертьфинальную встречу. Мы так восстанавливаемся между схватками. Серик Алдияр в утешительной встрече снова встречается с иорданцем, черным поясом, которого он выиграл
первой встрече. Серег Алвиар закрыл треугольник своему сопернику из Иордании. Хорош засадмитил. Есть! Есть! Зуба нету. Видели, да? Серег Алдер лишился зуба, но не лишился желания выигрывать. Сейчас у него еще две схватки за бронзовую медаль. Батырбеков Нуржан готовится к своей полуфинальной схватке. И ребята остальные также утешаются. Мурзабеков Ернас будет бороться за бронзовую медаль. И наши девочки еще в сетке пока что. Батырбеков Нуржан уходит в полуфинал против представителя Сингапура. По три пенальти получили оба спортсмена. Следующий пенальти будет караться дисквалификацией. 35 секунд, Батырбеков Нуржан ведет 4-2. Аккуратно, Нуржик, аккуратно. Есть. Батырбеков Нуржан в финале чемпионата Азии. К сожалению, Серик Алдяр уступает представителю Кореи. Тем временем на соседнем мате Кабдыгалымова Асель также в схватках за бронзовую медаль проходит дальше. Выигрывает 3-2 у представительницы Филиппин. Дуванова Галина готовится к финальному поединку с представительницей Филиппин. Наша сборная выступила вполне неплохо. У нас на сегодня было 2 серебра и 1 бронза. Серебряную медаль в категории 69 кг завоевал Батырбеков Нуржан. В категории 57 кг среди женщин серебро завоевала Дуванова Галина. А также бронзовым призером чемпионата Азии стал Мурзабеков Ернас в весовой категории 56 кг. Завтра у нас будет третий день турнира. Выступают весовые категории 62 77 и 94 килограмма, а также абсолютно весовая категория 94 плюс килограмм. Надеемся, что завтра результаты будут еще лучше. Буду делиться с вами дальше новостями. Итак, третий день турнира. Наши ребята готовятся к выступлениям. Есть это Фатакилде, Мадай Вадлан. Да, Герим готовится к выходу на татами. Ну-ка, флаг, что там? Болельщики, трибуна мощная сегодня должна быть. Да? Вообще.
Ну-ка, брат, светани зуб. Дерзко, дерзко. Что, еще какие травмы показать? Но, ногу светаните, брат. А я рекламу сделай сразу. Кто скажет? Нет, Карагана Open мы поддерживаем. Нуртаканов Олжас борется с представителем сборной Монголии. Журабекова Кристина становится бронзовой призеркой чемпионата Азии по джиу-джитсу. Поздравляем! Самое крутое, качественное. В нем шикарно бороться. Отлично. Нет, ладно. А, кстати, вот эти не видно со сцены. Почему они вечно сцены конкурсируют? А потому что вот так вот. Чё там? Чё там? Да, мне нравится качество. Вот я люблю так вот кимоно потрогать. У меня три таких кимоно. Прекрасно. Черное вот такое и еще обжижение. В общем, вы поняли, какое кимоно нужно носить, в каком кимоно нужно бороться и в каком кимоно нужно выигрывать. Салыкова Азар в схватке за бронзовую медаль встречается с представительницей сборной Таиланда. Подержи, не дай пройти. Не дай пройти! Время! Эй, молодец! Поздравляем, Салыкова Азар, бронзовая призерка чемпионата Азии по джиу-джитсу. Хабибулла Мансур выходит на схватку за бронзовую медаль против соперника из Филиппин. Поздравляем! Хабибулла Мансур становится бронзовым призером чемпионата Азии по джиу-джитсу. На сегодняшний день именно по результатам соревнований в разделе Nevada System сборная Кореи заняла третье, общекомандное место, сборная Филиппин второе и сборная Объединенных Арабских Эмиратов большим отрывом заняла первое место в общекомандном зачете. Ну что ж, вот и закончился чемпионат Азии по джиу-джитсу, раздел Nevada. Завтра последний день турнира. Наши спортсмены будут выступать в разделе Contact System. На сегодня результат также у нас неплохой. Несколько бронзовых медалей. К сожалению, в финал наши атлеты не пробились сегодня. Но, дай бог, все впереди. Это не самый главный старт года. Впереди чемпионат мира в Монголии, а также азиатские игры в Китае. Поэтому... Yeah, Kazan. Поэтому, я думаю, наша сборная извлечет уроки из побед, поражений, сегодняшних, вчерашних, завтрашних. И на следующих чемпионатах покажет себя еще лучше.